Тем временем верхушка России одобрила законопроект о запрете карт, которые подвергают сомнению территориальную целостность РФ. Речь идет о картах, где аннексированные украинские территории не указаны как часть России. Если никто не верит в твою параллельную реальность, вводи наказание. По такому принципу и работает глава Кремля. Наверное, тортик Буданова им не понравился. Но вот наказывать за коррупцию дед никого не хочет. Путин внес законопроект в Госдуму о выходе России из Конвенции об ответственности за коррупцию. Ну а что, не можешь бороться? Возглавь. Главный вор и основатель партии воров не хочет нести вообще никакой ответственности. Это неудивительно. А так красиво начинал. Для этого мы должны усиливать и улучшать нашу правовую базу. Для этого мы должны создавать в обществе обстановку нетерпимости к подобного рода проявлениям. От мелких взяток на дорогах до крупных при раздаче больших государственных заказов и контрактов.